ГИБДД Татарстана нашла очередных злостных нарушителей ПДД через соцсети. Подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал «Автосправочная». В одном из предыдущих видеороликов я уже рассказывал о том, что у нас в Татарстане ГИБДД активно проводит мониторинг соцсетей на предмет выявления различных нарушений ПДД. Причем, что интересно, мониторинг проводится по двум направлениям. Первое направление – это когда очевидцы снимают данных нарушителей и выкладывают их в соцсети. Второе направление – это когда сами нарушители, чаще всего это различные блогеры, участники каких-то автомобильных объединений, сами целенаправленно выкладывают свои «подвиги» в кавычках различные соцсети. В этом смысле особо примечателен один из последних случаев, который произошел 4 декабря 2021 года в Казани. Сотрудники ГИБДД в ходе очередного мониторинга соцсетей обнаружили объединение автолюбителей, которые пропагандируют различные незаконные виды тюнинга, такие как тонировка, посадка автомобиля, то есть занижение его подвески, установка прямоточного выхлопа, установка различных спецсигналов, имитирующих спецсигналы правоохранительных органов и так далее. Дело в том, что участники данного движения решили провести некое собрание на парковке одного из торговых центров города. В итоге, естественно, сотрудники ГИБДД взяли эту информацию на вооружение, и на одной из парковок торгового центра в Казани они действительно обнаружили многочисленные собрания этих автолюбителей. В итоге всех этих автолюбителей проверили, было выявлено более 30 нарушений, а 5 автомобилей даже забрали на штрафстоянку за эксплуатацию с наличием технических неисправностей, при которых, соответственно, согласно статье 12.5, эксплуатация транспортного средства запрещена. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан на постоянной основе проводит мониторинг социальных сетей на предмет размещения фото- и видеоматериалов, в которых водители нарушают правила дорожного движения. Так, в сети Инстаграм была обнаружена информация о запланированной акции представителей группы, которые пропагандируют эксплуатацию автомобилей с тонированными стеклами, применение специальных световых и звуковых сигналов оперативных служб, а также управление автомобилем с заниженным дорожным просветом либо с прямоточной выхлопной системой. По результатам проведенных сотрудниками госавтоинспекции мероприятий было выявлено 36 административных правонарушений, из которых нарушения связаны с техническими неисправностями, управление транспортными средствами с тонированными стеклами, а также без полиса ОСАГО и нечитаемыми государственными регистрационными номерами. За управление автомобилями с неисправностями, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, 5 транспортных средств задержано и помещено на специализированную стоянку. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан еще раз напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призывает быть крайне внимательными и осторожными на дорогах. Вот такая вот информация. А как лично вы относитесь к подобным автолюбителям, которые не только проводят пропаганду незаконного тюнинга автомобиля, но и проводят различные съезды, собрания, сходки на парковках? Вы традиционно можете поделиться своим мнением в комментариях под данным видеороликом. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока!